Тем временем в Новосибирске на 12-й международный фестиваль «Сибирь шахматная» собрались гроссмейстеры со всего мира. Ежегодные соревнования посвящены легендарному новосибирскому шахматисту, пятикратному чемпиону города Константину Сухареву. Наш корреспондент Сергей Федотов наблюдал за первыми партиями этого турнира. 250 участников, десятки шахматных досок. Возраст участников от 7 до 70 лет. Этот фестиваль – возможность получить международные звания, спортивные разряды, а также соревновательный опыт. У самого возрастного спортсмена этого опыта хватает. Шахматы развивают вообще мышление. Вот. А если еще систематически шахматист занимается, значит, он будет в любой области стремиться к наивысшим достижениям. Будь то работа, будь то творчество какое-то, культура где-то. Человек должен всегда стремиться ввысь. Перед началом главных поединков проходит мастер-класс под руководством опытных гроссмейстеров и блиц-турнир, в котором может принять участие любой желающий. Благодаря таким массовым мероприятиям шахматы в регионе выходят на новый уровень. В планах федерации создание специального центра. А в октябре этого года Новосибирск примет суперфиналы чемпионата России. То, что я вижу за последние два года, тот спринтерский скачок, можно сказать, ту крейсерскую скорость, которую набрала федерация шахмат города Новосибирска и область, конечно, производит впечатление. Фестиваль «Сибирь шахматная» продолжится до 28 июля. Это рейтинговый турнир по швейцарской системе в 9 туров. Победители и призеров наградят дипломами, кубками и памятными призами. Сергей Федотов, Алексей Зубило, Новости ОТС.